Очередная посылка из Китая дошла за 35 дней с момента заказа. Посылочку эту вы могли уже видеть в обзоре Юксиновская тигреночка. И здесь у нас вторая головоломочка. И что это у нас? Ну, мы уже, конечно, название прочитали. Что здесь у нас? Свинка. Ну, или поросеночек. Вот там было написано свинка. Ну, и второй, вернее, вторая подставочка. А вот она, первая. У меня уже подставочек, и не знаю, что с ними делать. Немедленно. Где-то тут еще вот на столе валялась третья. Вот она. Муевские подставочки, три штуки. Можно уже на продажу выставлять. Ладно, это немножко я отвлекся. Итак, свинка. Свинка у нас Дзекубе. Это у нас трешка 3×3×3. Ну и давайте откроем, посмотрим. Волшебная линейка. Да, уже отвертки волшебной нету, волшебная линейка есть. Вернее, она и есть отвертка, но не впадло ее доставать. А линейка вот под рукой. Итак, что у нас тут? Вот такая вот у нас красота. Что-то глаз вымазанный. Замурзалась, пока доехала. Или продавец залапал руками грязными. Ну, вот такая вот у нас красота. Би-би-би-би-би-би-би. Хрю-хрю. Прикольненько, прикольненько. Ну, сухая, по-моему. Ой, что же элементы ломать начинаю. Хотел разодрать, посмотреть, сухая или нет. А давайте нафиг смажем сразу. Все равно смазывать. Давайте сейчас сразу смажем, когда будем крутить. Чпык-чпык. Обидно таки. Смажем. Смазки не жалеем, а то высохнет нафиг. Я не знаю, силикон высыхает. Нет, ой. Но обидно, не жалею смазки. Смажем сейчас. Вниз не падает, падай вниз. Кому вниз, блин? Чпикс, но плотненько, такая разодрать ее не очень так просто. Имею в виду элементы. И теперь давайте покрутим. Так что? Во. Теперь совсем другое дело. Она, в принципе, до этого нормально крутилась, но сейчас еще лучше крутиться начала. Свинка у нас полноценная, большая, не как пандочка с тигреночком. Это вот стикеры, и я думаю, со временем они облезут. Ну да ладно. И наклеечки, это даже не стикеры. Как видите, элементы... О, хвостик, наверное, можно... Опача, выдернул нахрен хвостик. Настраивается, как видите. Вот у нас есть здесь винтики. Я думаю, что остальные центры тоже можно вытянуть. Хвостик просто крутится, хвостик не вытягивается. Ну и что мы с вами видим? А видим, что волки размером. Ну, как бы визуально, я не пойму, из-за вот этих вот ушей. Может одинаковые, а может и нет, я не знаю. Но судя вот по ребрам, по этим, ребра как бы одинаковые длинные. В центре сразу вижу, с центрами будут траблы. Потому что в центре вот так вот выпуклоты, и вот сюда вот центр уже не поставишь, шиворот на ворот. То есть, когда они будут крутиться, их надо будет переворачивать. С уголками траблов никаких не вижу, просто надо будет определить, какая ножка куда. Но здесь будет определяться элементарно, потому что если вы их местами поменяете, они же будут шиворот на ворот ноги. Вот одно, что вот снизу или сверху, ну... Такое позаморачиваться придется. Так, вот смотрите, тут вообще легкотня с углами получается. У нас два угла свободных. Например, вот если мы собираем низ, мы знаем, что два угла у нас свободных. Они должны быть снизу. А два с ушами у нас должно быть сверху. А потом вот здесь вот замануха. Вот если они одинаковые, то пополам куда их будет ставить, сюда или сюда. Если не пополам, тем более сюда только нижние будут ставиться, сюда верхние. И как бы с углами проблем нет. Ребра. Ребра здесь, наверное, везде все одинаковые на втором слое. Ну и здесь тоже ребра. А, ну вот это вот можно перепутать. Но они, наверное, одинаковые. Может, чуть длиннее это, короче. Но это уже при сборке определиться можно. Это ребро всегда у нас должно быть сверху, естественно. Ну и с морды, наверное, заманушки будут. Потому что вот это ребро же сюда не поставишь. Это сюда не поставишь. Надо, чтобы они правильно выставлены были. Ну, короче, позаморачиваться тут нормально можно с этой свинкой. Свинка прикольная. Крутится хорошо, после смазки вообще летает. Заморочиться можно,
Вот можно вот так вот сделать. Крыша съехала у свинки. И ноги убежали тоже. Какая-то крокозяблина у нас. Инопланетянин получился. Вот. Заворачиваться можно. Головка прикольная, полноценная по размеру. Не мини. И мусс можно поносить. Возможно, и на свинку сделаю мучалку. Но это не точно. Но постараюсь. В принципе, как бы больше рассказывать нечего. Свинка, она и в Африке свинка. Кто хочет себе такую прикольную свинку Дзекуб, ссылку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю.